Ну что, друзья, следующее видео про смартфон, для которого бампер, нет, чехол я все-таки модернизировал. Это у нас BlackBerry BV9900. И про него я сейчас хочу показать, как у него можно протестировать, например, камеры, там устройства в нем и так далее. И в том числе, как можно некоторые вещи подкалибровать. Во-первых, это все делается в менюшке хитренькой, которая открывается по паролю звезда решетка 87 решетка. Называется тестовое меню, в котором как раз вот перечислены все виды тестов. Тут вы можете протестировать сенсорный экран, матрицу. Вот он показывает, можно проверить на наличие битых пикселей. GPS проверить, динамики, кнопки, батарейку, наушники. Кстати, без наушников не протестить, поэтому у меня красненькое. Сам телефон, FM-радио, Bluetooth, Wi-Fi. Это все неинтересно для меня лично. Мне интересно, что можно проверить вибру, что она жужжит. Можно проверить микрофоны, датчик приближения, давление, то есть вот это, например, барометр и так далее. G-сенсор вообще можно откалибровать. То есть это тот датчик, который отвечает за то, как вы в играх двигаетесь и как поворачивается экран при просмотре, при фотографировании и так далее. Его можно откалибровать, если у вас он сбился в процессе сильных ударов. Сейчас показываю, как это делается. Так. Надо лишний прожектор убрать. Вот. Кладете его на абсолютно горизонтальную поверхность. Я специально этот стол делал по лазерному нивелиру, поэтому я гарантирую это. И нажимаем кнопку калибровки. Потом нажимаем калибровать. И написано, что операция успешна. Все. После этого делаем шаг назад. И нужно помахать им в разные стороны. После этого должна появиться надпись «Выполнено». Что-то у меня надпись выполнена, правда, не появляется. Вообще написано. Вот, все. Покрутить, повертеть. Покрутил, повертел, все сработало. Так, далее. Здесь можно просмотреть камеры. В частности, передняя камера включается. Фотка выполнена. Можно посмотреть сейчас основную камеру. И понять, какая из них основная, просто перекрывая по очереди пальцем. По-моему, вот это. Точно. Соответственно, фото выполнено. Можно посмотреть диодик у камеры, что он работает. Выполнено. Можно посмотреть остальные камеры. Сейчас вспомню только, где они у нас. Вот макролинзу. Убедиться, что работает. Вот она, пальцем перекрываю. Все, перекрылось. Фото выполнено. Можно посмотреть сейчас так называемая двойная камера. Это, по-моему, нижняя. Точно. Вот нижняя перекрываю. Фото выполнено. И осталась еще какая-то камера, вот широкоугольная. Это, по-моему, самая верхняя. Сейчас проверяем. Закрываем ее пальцем. Да? Смотрим. Так что широкоуголка верхняя. И, кстати, что замечу, это первый аппарат, на котором у меня в режиме трансляции работает любая камера. То есть работает любая абсолютно из камер, которая есть. То есть кнопкой разворот камеры мы переключаемся между четырьмя камерами. Я просто в шоке. Обычно фронталка и основная, и все. А здесь и макролинза включается, и ширик включается. Только двойная камера, по-моему, не включается. Но она, видимо, работает с кем-то в сумме, поэтому она и не включается. Она где-то пятерочка, по-моему, или восьмерочка. Она такая средненькая. Также можно проверить температуру и влажность. Вот он их показывает. Выполнено. Сканер отпечатка, ультрафиолет. Вот, кстати, ультрафиолет пока не разбериха. Мне нужно на солнце попасть, потому что дома всем, чем мог, проверял. Ничего не показывает. Работает ли на солнце, я еще не знаю. Датчик воздуха. Вот он сейчас инициализирует, потом дает параметры. Если в него хорошенько подуть, то параметры меняются. Так, запоминаем. 27,7, 6,46. Дую. Даю свою кучу СО2. И ждем. Опа, видите, как данные поменялись. То есть, по крайней мере, датчик воздуха работает.
Так, P-сенсор, так называемый. Накрыть. Видим, нолики появились, да? Убрать единички. То есть это подтверждает, что у нас реально датчик приближения есть. Выполнено. Сейчас где у нас свет сенсор? О, гироскоп есть, кстати. Вот он. В зависимости от того, куда перемещаешь, все данные меняются. Так что гироскоп работает. И ищем. Что такое пульс? Не знаю. Тут есть калибровка звука. Кстати, если у кого-то сбилось. Специальный тест звука. Не тыкал. Боюсь. Тыкаем. Ага, теперь в ухо заорало здесь. Выполнено. Информация о версии можно посмотреть. Где у нас? А, вот L-сенсор — это датчик освещенности. То есть проверяется очень просто. Фонарик направляем и офигеваем от того, насколько увеличиваются данные. То есть в этой менюшке можно проверить абсолютно все, что есть в смартфоне. Сканер отпечатка. А вот он, кстати, что-то как-то. Ну ладно, приложил, жду. Вибра не происходит. Вот это единственная фигня, которую я, кстати, не понял. Ладно, черт с ним. А, да, кстати, тут можно микрофоны проверить. Вот, например, основной микрофон. Включаем. Дуем вниз. Дуем назад. Остановить. Видите, да? Задний тише намного. Соответственно, второстепенный микрофон, если сделать. И запись нажать. Нажимаем, дуем сюда, а потом дуем вниз. Дуем сюда, а потом дуем вниз. Чуете разницу, да? То есть по звуку слышно, что более мощный звук у того микрофона, в который именно я дул. Если бы не то, что я пытаюсь уместить это дело все в ракурсе, который пишется на видео, это делается более тихо и более точно, и тогда легко понять, что это все точно работает. Ладно, давайте глянем, что такое GPS. Во. Это он подгрузил сразу же свои эфемериды, по-моему, так называется. Ну, журнал, короче, и вот пошли спутники. То есть даже на столе G90 показывает спутники. То есть приемник тут просто опупенный. Выполнено. Ну и, в общем, как-то так. Главное не нажимать на сброс настроек. Он тут где-то раньше был, или они его спрятали на этот раз? Ой. По-моему, спрятали. Потому что раньше тут еще кнопочка была «Сброс настроек», и многие люди на меня потом матом ругались. То, что нафига, не предупредил, не показал. Кстати, давайте последнее проверим сенсорный экран. Тыц, 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 тыц. Теперь, я так понимаю, провести нужно. Это у нас проверка тача. Так. Так. Все, тач проверен. Так что, господа, если вам интересно, как проверить ваш смартфон, если вы хотите перенастроить микрофоны, динамики и так далее, если вы хотите откалибровать датчики положения в пространстве, гироскоп и же с ними, милости просим. Звезда, решетка, 8, 7, решетка. И все для ваших глаз, рук, мозгов и так далее. На этом, наверное, мы завершаем. Всем спасибо за внимание. Ну и под финал коротенько подтверждаю. Да, на самом деле родной чехол якобы с Али не подходит. Вот я здесь дырочки расширил, замазал их сначала маркером, потом покрыл силиконом черным. Визуально стало хуже, зато ни одной камере теперь ничего не мешает. Потому что ширик и макро видели чехол. Вот ради них вся такая головомойка. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Это был Латуха. На канале Латуха показывает. Если кого заинтересовал аппарат, милости просим.
можно купить по ссылкам в описании. Если у кого еще есть вопросы или просто хотите смотреть следующее видео, не забываем подписаться и следите за новинками видео на канале. Всем пока!